Идет. Я в офисе. А, нет! Это Федор. А, он вентиляции лазит! Он вентиляции лазит! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Растишка. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 3 кооп, как и обещали. Растишка, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем прохождение. Я взял монтировку. Кстати, я уже все забыл, что здесь надо делать. Давайте, ребята, вместе вспоминать. И пишите в комментариях, как здесь что проходится. Насколько знаю, здесь кнопки, можно отвлекать их, да? Да, но, блин, я не понимаю. А, меня напугали. Так, тут фонарик лежит. А, монтировка. Монтировка лежит. Да, я живой. Так, я могу нажимать кнопки, и таким образом я отвлекаю аниматроников. Так получается? Так. Видимо. Я, знаешь, что не понимаю, как включить систему? Вот, я включаю ее. Я включаю. Смотри. Опа, все, заработало. А там такой щиток, и над ним восклицательный знак светится. Блин, он долго будет базарить или нет? Это очень громко. Ну, громкость, самой громкости игры я убавлять не буду. Пусть так и будет. Еще одна монтировка лежит. Блин, ну я вообще не знаю, я ни разу не проходил, честно. Да, а я так давно играл, что я уже все забыл. А я не могу монтировкой бить ее, эту овцу? А, я думал, это... Блин, ребята, я уже забыл. Она монтировку забрала, я вспомню. Когда они на меня нападают, они что-то у меня забирают. Или монтировка может ударить всего несколько раз. Блин, ребят, я уже все забыл, поэтому обязательно напишите в комментариях, как проходить эту часть, чтобы мы в следующий раз не тормозили. Так, подожди, там... Ой-ой-ой-ой-ой, чика-чика. А! Да блин, вы задрали пугать. А чё их так много? Это первая ночь? Это первая. Что? Чё такая сложная? Так, надо найти фонарик. Тут где-то должен лежать фонарик. Он такой, знаешь, как подблескивает. Ты нашел его? Да, нашел. Так, отлично, отлично, ребятушки. Я монтировку возьму. Есть. А мне, марионетка прицепилась, что делать? Не знаю. Уже все забыл. Надо как-то их отвлекать, что ли? Давай кнопку нажмем. А ты знаешь, что потом будет такая штука, что здесь будет у нас... принтрап. Он будет за нами жестко гоняться. Вот он, кстати, убивает. Ой, напугал Фокси меня. Так, система починена. Значит, надо что, систему постоянно чинить, чтобы они не мешали нам, да? У тебя фонарик! У тебя фонарик, ты можешь их теперь пугать, когда на них светишь. О, да? Да, ну, ты что, не знал? Да, так, ребятушки. Отвлекаем. Где? Надо аудио включить. Пошли чинить. Надо в наш офис, наверное, идти. В нашем офисе тоже она чинится. В нашем офисе. Блин, я не помню, здесь можно проиграть или нет? Спринтрапы только. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, фонарик. Нет, тут монтировка. Да блин, она забрала опять монтировку. Я все забыл, как играть. Ну, как и обещали, мы будем записывать FNAF 3. Я помню, что те серии тоже первые немножко не понимал, а потом все понимал. И было очень круто, когда ты уже знаешь, что делать. Тут можно по вентиляциям, кстати, ходить. Они вентиляцию залазить не могут. Я вспомнил эту штуку. Кроме этого, челика. Какого? Мальчик с шариком, вот. Мальчик с шариком? Да. Так. Где наш офис? Я сам потерялся. Идем. Мы его сейчас найдем. Так, вроде бы сюда, и надо через вентиляцию, мы как раз в офис попадем. Или нет? Да, вот я в офисе. О, Чика. А как чинить? Как чинить? Чинись, не чини. Я зажимаю. Да, я понял. Надо не зажимать, просто один раз нажимаешь, и все, чинится. Отлично, я починил. А я не понимаю, где именно вот этот вентиляцию чинить. Вот, я не понимаю. Блин, это очень страшно. Отвали, Фокси. А, блин, задрал. Пугают жестко меня они. Ой, я живой, У тебя спрингтрап убил. Блин, это реально стрёмно, ребята. Вот фонарик. Обязательно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое, которое залетает в тренды. Так, теперь куча фонариков, когда они нафиг не надо. Смотри, видишь, если этот... Хоп, она исчезла. А, я сейчас заменю туда фонарик, потому что тут сел. Вот смотри, хоп, исчезла. Чиним. Реально можно. Да, ты не знал? Видишь, ребята? Я не совсем. Мы все вспоминаем потихонечку, все вспоминается у нас.
Так, отвлекающий маневр. Насколько знаю, мы нажимаем кнопку, и туда на то место идут аниматроники. Ну, спринтрап вроде идет. Ах ты. Ну, по третьей части. Буду слепить. Есть, ослепил. Я ничего не вижу. Ой, Инс. Что такое, испугался? Тебя, ты выскочил. Не бойся, я так 100 раз сделал. Так, система не может быть перезапущена сейчас. Сейчас может. Аринеточ. Перезапускаю. Так, ребята, насколько я знаю, тут можно проиграть или нет? Я не помню этого. Как скинуть фонарик? А я не знал, должен вроде кончиться у тебя. У меня он кончился, что-то. Ладно, видимо, просто монтировку взять надо, и потом другой фонарик. А, возможно, да, и такое. Они бесконечно спамятся здесь, не знаешь? Не совсем знаю. Так, это не нажимается. Блин, я забыл систему этого всего, как оно здесь работает. Где? Чё? А, это ты. Подожди, а где система? Где система? Кнопка. Я не знаю. Отлично. Так, он, видишь, слева внизу написано, что происходит. Да. А где система? А вот, вот это, вот тут вроде бы система. Смотри, сзади хоп, его. Ослепил его, отлично. Да блин, я фонарик тоже хочу, я сейчас пойду. Нельзя. Так, ну что, мы прошли или нет? Вот мне интересно, мы прошли? Как оно вообще считается? А, ну да, видишь, была система А, онлайн и онлайн. Должна быть, короче, система и звук онлайн. Ого. На едва, нет, ребятушки, мы прошли. Опять этот трындец будет сейчас. Вы нельзя отключить никак? Не знаю. О. Так, ребут не можем сейчас. Так, давай ищи фонарик. Нашел. Так, я тебя вижу. Так, так. Мы должны, короче, постоянно включать систему и в нашем офисе вентиляцию. Или вентиляцию. О, вот! Тут уже есть принтрап. Давай его попробуем ударить. Где? Я его ударил. Он встал. Он должен за нами бегать вроде бы. Ребят, я его боюсь бегать очень сильно. Очень сильно боюсь, да. Этот именно челик бегает. Все. Слышишь? Да, он прям топает. Вот когда ты будешь нажимать кнопку, он будет идти на звук кнопки. Ну, так это можно спасаться от него. Да. Вентиляции можно ползать быстро. Так. Я вот не помню, можно сейчас? Нет, сейчас нельзя. Пока есть онлайн. Система аудио и вентиляция. Система онлайн. Значит, все пока есть работает. Блин, испугался этого фантома. Да не бойся, я так 100 раз сделал. Блин, я фонарик не могу найти. Это ты нажал кнопку, да? Да. Ой. Вот, все, поломалась аудиосистема. Значит, надо нам туда идти и срочно ее включить. Да, вот. Там кулдаун было написано. Ты включил, да, систему-то? Оно на перезарядке, когда нажимаешь на кнопочку. Вижу, принтрапа вижу. Вижу аниматроника. Я могу его поломать? Я аниматроника разбил! За что? О, надо починить его теперь. Я чиню. Все, ребятушки, мы начинаем все вспоминать, поэтому очень все круто, очень. Не успела она сильно поломаться, поэтому быстро и ремонт пройду. Все, монтировка у меня поломалась, я могу только несколько раз аниматроников ударить. Ой. Да не бойся, это я псих. Тихо, там фонарик или монтировка лежит, но они там ходят. Поломала что-то опять. Система. Да, спринтрап. Надо кнопку нажать. И уходим отсюда. Система поломалась. Аудио. Аудио это там, вот не в нашем, да, офисе? Не, оно не ломается, Дим. Видишь, он кулдаун на перезарядке. А, все, включилось. Оно все равно красное. А, это система, когда мы можем отвлекать аниматроника вот этой кнопкой. Да. А вентиляция, это надо в нашем офисе, да? Перезаряжать. Так, вижу. В этой ночи, кстати, очень все жестко, ребятушки, поэтому мы будем убегать. А, за мной бежит эта челепиздриха. Помоги. Я его уже посмотрел. Так. Ой. Есть фонарик. Блин, страшный этот плюштрап. Спринтрап бегает, очень стрёмный. Так, пока все работает, ребятушки, все хорошо. У меня фонарик полный. Ага, я вижу, все. Я не знаю, где он. Слева у нас энергия этого фонарика. Время идет. Смотри, кстати, мне кажется, эта ночь медленнее идет. Обрати внимание, да? Да, уже только 2 часа ночи, мы уже как минимум прошли. Ой-ой-ой, он там стоит.
Бежит, бежит, нажимай кнопку. О, у тебя система вентиляции. Все, система вентиляции. А где она? В нашем офисе. Все в нашем офисе? Ну и мне, вот эта система вентиляции, она в нашем офисе находится. Блин, вечно забываю, где офис, надо вспоминать эту карту. На тебе, говно. Надо быстрее включить, мы проиграем. Вот, чиню ее. Она тут, я понял, где она. Где? Аудио в нашем офисе, а это вентиляция, где спрингтрапа ты видел в первый раз. Во, все, ты значит, ну, у нас тут аудио, все, я понял. Я успел, короче, на меня этот мальчик побежал с шариком, и я успел прям перед собой светить. Так, отвали. Блин, тут фонарик очень быстро садится, надо быть очень внимательным. Насколько знаю, я вспомнил здесь такую фишку. Если ты проиграешь, то ты бесконечно сможешь играть в пиццерии за аниматроника. Ты внутри будешь аниматроника. Фиолетовым Фредди ты будешь играть. И там нельзя аниман никак пройти. То есть тебя в костюм посадят. Представляешь, здесь какая тема? Прикольно, да, сделано? Да. По-моему, даже лучше, чем... Тварина, блин! Ай-яй-яй-яй, я так испугался. Надо вентиляцию заныкаться. Он сюда бежит. Вентиляция. Так, отлично. Hello. Так, все, я отвлек. Аудио. Надо починить аудио. Сейчас починю. Так, молодец. Отлично. В вентиляцию надо залезть, да. Там в вентиляции не так оно все страшно. А, фонарика нет. Он не может зайти. Надо найти мне что-то. О, не, работает фонарик. Давай я его подослеплю. Ты ж придурок. Чика, блин, напугала. Это полегче, по-моему, ФНАФ пока что. Ну, это потому, что вторая ночь. Слышишь? Он сюда идет. Идет. Я в офисе. А, нет. Это Федор. А, он вентиляции лазит. Он вентиляции лазит. Я забыл, что он лазит в вентиляцию. Он меня убил. Ты один остался. Давай. 3 часа ночи. Ты сможешь пройти. Ты сможешь. Я в тебя верю. Главное, получается, все могут пугать, а именно принтрап он может убивать. Представляешь, как это жестко? Все, я вспомнил. Я все вспомнил, как играть. Нажимаешь кнопку, ты отвлекаешь, он на этот звук пойдет. Так. Отлично. Страшно. Интересно, а монтировкой мог его угадать? Он бежит. Нажимай кнопку где-нибудь. Нажимай кнопку. И уходи отсюда. Все. Все, сейчас на тот звук пойдет туда. Блин, это реально уже стрёмно начинается, да, как-то? Да. А вначале все казалось очень легко. Уже нет, ребята, ничего не легко. Продергаюсь в реальность. А чё время так стало медленно идти? На курточках. Ты не знаю, на курточках тут играет роль, играет, и ходишь ты на курточках или нет? Я, кстати, надо проверить будет. Мне еще нравится тем, что его очень слышно сдалека. Вот я. Он вентиляцией меня убил, представляешь как? Вот я еще и говорю, мальчик шариком вот тут может быть. Так, 4 часа. Где он? Да вы шо? И двое тут заспавнилось. Да чё в смысле? И тебе тоже это... Очень страшно, ребята, очень страшно. Я даже тебе, знаешь, не хочу отвлекать, чтобы ты прошел точно. Вот он, уходи. Кнопку нажми. Надо починить. Не, он стоит на месте. Фух. Короче, если что-то будет не подчинено, мы, наверное, не пройдем ночь, я так понимаю? Ну, скорее всего, из-за вентиляции. А так все. Аудио это вроде чтобы отвлекать его. Ну да, ты можешь нажать кнопку, он пойдет в другую сторону, где ты нажал. Ну, не на знаю, звук аниматроников. Аудио. Не знаю, аудио обязательно чинить. А вроде бы. Не, если ты не сможешь. Если оно будет не подчинено, ты не сможешь тогда его отвлекать. Не будет, когда кнопка вот эта красная работает на стене. Да, это минус. Какая-то.
Очень атмосферно. Типа... На планшете будешь нажимать кнопочки, где его отвлекать, а сам убегать от него. Прикольно было бы. А чё так медленно? О, опять уже. Кстати, на тап могу посмотреть всю карту. Офигеть. На 2 я нажму. Да-да-да. Слышишь? Услышал. 5 часов, ты сможешь пройти. Надеюсь, я не умру, как лошара. Не-не-не. 5:59, давай, как положено. Ты запомни сразу, где лежит фонарик. Нажимай кнопку. Он может побежать резко, чтоб ты знал. Он такой. Он такой челик, быстрый. Вот что это лежит? Монтировка там, да, лежала? Фонарик. Ну, взять можно, когда этот израсходуется, насколько я знаю. А ну, потрать его полностью. Или у тебя не... Не, можно, я не знаю, можно его взять или нет потом. Лучше я оставлю, потому что я что-то не мог взять тот. Что-то баги большие были. А чё он так бегает активно? Бежит, бежит за тобой. Кнопку надо нажать где-то тебе. Нажимай. Ребята, четко. Пока мисс четко. Мне нравится. Очень почти... атмосферная часть. Очень. Я уже подумал, это спринтрап. Ой. Вентиляцию не лезь. Чини, 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 чини. Отлично, ребятушки, мы прошли. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. Delicious.